jump on a wave. When you hit a piece of bait, you wanna jump on this. Can't take that, no, we ain't safe. I'm jumping face. Всем привет, друзья, с вами Карабаш 74, и сегодня у нас такой необычный видео, наверное, сниму, да, не буду никакого стрима делать. Сегодня у нас такое необычное видео по Army 3, давным-давно у меня уже люди ее просят, и я все-таки, знаете, после долгих размышлений, думаю, может быть, действительно вернуться в Арму-то. Вот, и Arma 3 имеется в виду, и на каких-нибудь сервачках-то поиграть. Вот, что... Касаемо армы, я сейчас зашел, я давным-давно уже в армии не был, и она очень сильно поменялась. Еще вдобавок я зашел там на форум, почитал по поводу армы, и там говорится, что теперь она работает на 64, ну там делают, они готовят ее на 64-битную систему. Это очень хорошо, она будет просто летать, самолет будет прямо, а не арма. Вот, и я наткнулся, знаете, на... Сервачок. Так, сервер. Вот на этот. Я сейчас по сервакам походил, посмотрел, какие старые. На старые даже заходить не стал. И я нашел вот этот Sin City Live RPG. Давайте присоединиться, нажимаем. Там кому интересно, может запись там на паузу поставить, если хотите. Может тоже подключиться. Вот, и я, знаете, что-то прям меня вот заинтриговало, вот эти вот все пейзажи, они меня действительно заинтересовали. Так, я давным-давно уже не играл в арму, честно признаюсь, я буду браво 2-2, а ты будешь бравый 3-3. Поехали. Что меня заинтересовало, это вот эти вот картинки. Я имею в виду, я так понимаю, это фото... Из игры конкретно. Да, я, кстати, установил радио этот. Я нашел TeamSpeak, я нашел ВК группу ихнюю. То есть просто по набору Sin City. И, собственно, я нашел ихнюю группу, но очень громкая музыка. Я просто вообще не могу пропустить. Естественно, мы ее пропускаем. Вдруг она авторская. Здесь какой-то город. No Anti Bin. Да, я, кстати. Я же до съемок-то я зашел. Посмотрел, чё к чему, почему. Получите следующее поступление через 5 минут. Вот, там справа, кстати, мои данные висели. Вот, я это самое. Буксировочный трос? Куда прицепить? Не, буксировочный трос не надо никуда цеплять. Мне знаете, что понравилось? Мне понравился пейзаж. Он просто классный. Я забыл, правда, как уже тут все переключается. Я сейчас Ctrl-V нажал. Я в сланцах, кстати. Все как обычно. Ничего необычного. Давайте никого только трогать пока не будем. Просто зайдем, посмотрим. А где? Вывеска. Я снял немножко денег. У меня там чуть-чуть денег было. Я снял их. Тысячу долларов. Давали 5, ты тысячу снял. Ну, я думаю, что надо снять все. Ну, это зеленая зона. Здесь не могут убить, по большому счету. Вот, у меня 4000 осталось. Давайте я остатки. Я уже там жрачку закупил. Вот, я остатки сниму, всех денег. 4000. 30. Неправильно. Попробуй еще раз.
Да ладно, я в китайском каком-то этом хрени. Как неправильно? 4030, сука, ты чё? Я тут запятую надо писать, что? Неправильно. Попробуй ещё раз. Вот только цифра. Хорошо. Тут же комиссия, наверное, есть. Блин. Ладно, 4 рубаса. Снять. Неправильно. Да ты че, лохудра, блядь? Я че, тут полдня теперь стоять возле тебя буду, блядь? Ладно, 3900. Получилось. 3900, еще 52 доллара есть. Положите, мне ничего не отложил. Ну иди там. Да отстань ты от этого банкомата. Шатается, как алкоголик. Кстати, ночь наступила. Богиня любви, блядь. Я такой же дома себе хочу поставить. За место новогодней елки. Вы сняли 3900. Так, никому рассказывать не будем. Так, микрофон у меня. Я на всякий случай микрофон отключил в TeamSpeak, чтобы не послушал. Игрок Грек. Обрыв связи. Понятно. Грек оборвался. Так, давай на карту взглянем. Тут какая-то странная карта. Она вообще не та, которая есть. Мы находимся вот здесь сейчас. Вот в этом районе, вот здесь. То есть это действительно переработанная карта. Это совсем новая карта. И она, знаете, меня заинтересовала. Так, а таксопарк, депо, АТП. Где чел? Авто че? Автосервис? Подожди, а где купить тачку? Или велосипед хотя бы? Промтовары, наркоторговец, лавка Ашота. Ашоту мы потом чуть позже сходим. Подожди. Какой Ашот, блядь? Дайте машину-то, где купить-то? Зона крафта, пивоварня? Да я тут жить буду теперь. Магазин автомобиля вот здесь. Вот сюда, поставь. Ctrl. Shift. Вот. Ага. Все. Ёпта, совсем стемнело. Не, ну знаете, вот графон мне сейчас нравится. Он просто обалденен здесь сейчас. Не знаю, будет ли это заметно, конечно, но я думаю, будет, он просто охуенен. Текстура классно сделана вообще. Так, подожди, а в какую сторону идти-то? Блин, у меня к Ctrl-M, что ли? Нет, подожди, Ctrl... Alt-M, может быть. Alt-M, нет, Alt-H, может быть. Ctrl-H. Я все забыл, Ctrl-Q. Ёпта. Нихера себе. Стопэ! Охуеть. Так, на карту посмотрим сейчас. Не будем отвлекать человека. Я светиться сильно не буду. Нам направо. Я так понимаю, нам направо. Но он приехал, что-то и встал. Я пойду направо. Я надеюсь, меня тут как собаку не пристрелят. Немножко ускоримся. Я немножко прикупил Т, П. Я уже реально забыл, короче, как играется. Не надо. Просто забыл, ребят. Вы получили следующие 50. Я 50 бачей получил ни за что. Просто так. Говорю потихоньку, потому что стараюсь не палиться. Вот не дай бог, сука, он меня сейчас подстрелит. Но я думаю, он не будет этого делать, потому что я ему отомщу. Так, нам надо на соседнюю дорогу выйти. Таксопарк. А почему стоп? Я не хочу стоп. Не, давайте я вот здесь пройду лучше. Лучше. Не, мне ничего не надо. Я не помню, на какую кнопку открывается планшет, блядь. Вот это да. Ты прикинь. Оп, F1. Нет, F1 нет, точно. Погоди, я... Нет, это не... Это я знаю, сервис. Сервис, сервер. Так, подожди. Может быть, insert? End home? Нет. Я просто забыл все кнопки. Ой-ой-ой, ты куда ты лег-то? Встань. Так. Я сейчас все равно найду. Спорим, найду. Во, телефон. На букву Y. Цифра Y, короче, телефон.
Так, инвентарь, посмотреть управление. Управление инвентарем. Панель навыков. Каких навыков, нахуй? Ключи. Нет, крафт. Крафт? Крафт, походу, не работает рынок. Цена при открытии биржи. Нифига себе. Я что, фотку могу сделать? Нет. Печально. Так. Инвентарь. Вот у меня есть кирка, топор. Я топор на всякий случай купил. Red Bull. Бекона 3 штучки взял. И спички. Если что, будем разводить костер. Пойдем отсюда. Пока никто не видит. То какая-нибудь упырище придет сейчас. И. Вот, инвентарь-то на И. Ёпташ. Знак какой-то валяется. Слушай, мне преследует, что ли, кто-то? Подожди, я прошел таксопарк, ёпты. Знак валяется. Кто-то сбил знак. Кролик! Ага. Прикол. На превьюшку пойдешь. Крольчатина. А можно его зарезать? А как топор достать? Игрок ход отсоединился. П. Нет. Как топор-то достать? Подожди, инвентарь. Где топорыга? Все, оружие. Магазин, все. Ну да, тут топоры, видимо, за оружие не считаются. Заправка, блин. Нет, тут классно все сделано, блядь. Тут города есть. Как ролик захомутать его? Где-то гида какого-то надо найти. Надо с кем-то познакомиться, наверное. Чтобы как бы это... Ну, вот объяснили-то тебе, что здесь, как. Я там правила не стал читать, но это соответственно, это РП. Что тут правила вычитывают? Ролеплей. Так, отойду-ка я с дороги. Тут что-то как-то это... Все печально, со знаками. Так, нам направо и идем до второго поворота. Там мост, похоже. Банк. Федеральный банк. А в банке можно суду взять? Давай возьмем суду. А, вон же у меня метка-то впереди. Это отлично. Переходим дорогу. Да, действительно, тут города видал. Не, ну классно сделано-то. Только где все, я не понимаю. Где все тусят? Я, наверное, не в том месте очнулся, где нужно. А, тут не мост, а тут над дорогой проходит. Я бы, знаешь, я бы не сказал, что сильно пролипает карта. То есть ты бегаешь, ты в городе находишься, в большом городе. И пролипаний нету. Видал, все на этом сделано. Солнечные батарейки. Затариться можно? Нет, к сожалению, нельзя затариться. Чего так задыхается? Еще 50 бачей доль. А, блин, эти же... Это что? Ничего себе. 50 бачей, они же на карточку ложатся-то. Подожди, а с той стороны давай вот здесь пройдем. Тут тоже поторговать можно. 17 человек, где все шоркаются, ребят? Кто видел, будет смотреть в комментарии, пишите, где вы все тусуетесь. Я к вам буду приходить. Ты устал, что ли? Да нормально все. Дышись. Дальше побежим. Дыхалочка слабенькая у него. Эх, бегун-то из тебя вообще никакущий. Грек присоединился. Грек, где вы все тусите-то? А, ну это и есть магазин.
Интересно, по ночам работает, но скорее всего. Жалко, что машин нету здесь. Ниха. Ниха. Пан, я также скоро буду ездить. Пару дней я также здесь на. Обалдеть! Ямаха. Квадрики маленькие. А сколько они стоят купить? А, вот цена аренды. Цена. Нормально у нас денег хватит. Ебать, шестерка. Тройка, точнее. Да, тройка. ГАЗ-24 Волга. Но это понятно, это и армовская. Нормально, гольф. Да, я эту полнопоносную машинку видел. Citroёn, Renault. Господи, да тут сколько машин-то. Ну некоторые, да, некоторые встречаются, те, которые я уже видел на других серверах. Нива есть. Не со спинтариса ли она спрыгнула? Трактор, блядь, а трактор-то зачем? Цена аренды 3 штуки. Прикинь, трактор себе купить, на нём гонять. Нормально, на тракторе покатаемся. Не, ну я туда полез, они уже дорогие, мини-куперы есть даже. Ты прикинь, 5 тысяч. Но это аренда. У меня нет таких денег. А чем здесь можно заниматься? Я говорю, тут надо консультанта какого-то. Вы там пишите в комментариях, кто на нём играть будет. Или играет. Вот. Я к вам за разъяснениями приду. Спрашивать буду. Чем тут и как тут заниматься-то? А что такое? Citroёn. Не, ну машин здесь дохерища. BMW. General Motors. Умерен гелик был. Датсон. Да, вон кому Датсон. Умерен. Джип. Господи, сколько техники. Бэнхэн Ауди. Ну они дорогие, видал? Они дорогущие. Бабла дает каждые 5 минут по 50 долларов. Тут светка, наверное, вообще, блядь. Тачка за 2 рубля. Белый. Белый, черный. Нет, нет, я не хочу белый, черный. Подожди, мне нужен велосипед. Что загорелось? Алло, что тачки загорелись, ты видал? Ну-ка. А что за баг был? Тачка загорелась. Да, когда вверх нажимаешь, тачка загорается. С самого низа вверх просто нажимаешь. Тачка загорается. Трёхрёечка. 21.03. 1000 рублей. Волга. 2000. Ну, цвет-то, конечно, просто, блядь. Еще две вещи. Нет, 5000 мне уже не потянуть, а вот на этой херабуре можно. Пассажирских мест 3, объем багажника 40, а здесь 100. Ну, что, в принципе, разумно, естественно, багажник нужен большой. Розовый точно, блядь, сейчас на розовую машину поеду. Так, оранжевый, розовый, зеленый, фиолетовый, темно-зеленый. Белый, голубой, синий, красный. Не, красный сильно вызывающий, темно-красный. Все равно не смотрится. Карбон. Карбон? Да не, ни о чем. Черный. Просто черный, да. Купить. Все? А, блядь, мне же права еще надо купить. У меня 1000 осталось. А я не купил ее. А почему я не купил-то, эй? У вас нет...